Анастасия Волочкова постоянно публикует в Инстаграм фотографии, в которых показывает, как она живет и отдыхает. И вот она удивила всех поклонников, когда показала новый подарок. Анастасия Волочкова получила роскошный белый майбах. Своей радостью балерина сразу поделилась с поклонниками, отдельно отметив цвет машины, ее любимой жемчужной. Как сообщила Волочкова, у номера автомобиля скрытый смысл. А вот над тем, какой, балерина предложила фанатам подумать. Поклонники написали массу предположений, главным из которых стало то, что это первые буквы имени и фамилии Волочковой и имени ее дочери Ариадны. Анастасия пожелала всем счастья, любви и изысканных подарков, чего мы и ей желаем тоже. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!